У них там дипломы за дипломами, и вообще такие образованные люди, и все равно им настолько тяжело там найти работу. Не только найти работу, но просто у нас, особенно государственные работы, вообще оплачиваются никак. Здесь государственные работы как-то считаются очень престижно. Ну, люди здесь по-любому жалуются, но я им говорю, слушай, сиди и не жалуйся, и радуйся, и будь счастлив. Хорошо? Почему?